В Тверском цирке состоялась премьера шоу 21 века. Цирк Дарьи Костюк и Большой Варшавский цирк привезли в Тверь шоу слонов с программой «Калейдоскоп фантазий». Ключевой момент – это вообще выход слонов в манеж. Вот это две гигантские машины выходят в манеж. Вот это уже ключевой момент. Все остальное – это уже дополнение к этому. То есть стойки на ногах, игра в мяч, заглатывание моей головы. Это мир фантазии и волшебства. Здесь невозможное становится возможным. Все артисты – профессионалы своего дела, которым подвластны разные чудеса. Даже исчезновение и превращение девушек в обыкновенных кошек. В уникальном представлении задействованы практически все цирковые жанры. Воздушные гимнасты на полотнах и банджиках, дрессированные кони, собачки, попугаи, эквилибр на катушках и игры с хулакупами, знаменитый клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта», экстремальное шоу Георгия Морозова с удавами, кобрами и крокодилами. Самые большие звезды шоу – пятитонные индийские слонихи Дженни и Магда, дрессировщика Сергея Гулевича, уже больше 20 лет выступает на арене цирка, поражая зрителей разных городов и стран своими размерами и уникальными способностями. Слоны – это на самом деле это умнейшее животное. Да. Это высокий уровень интеллекта, поэтому как бы уверенность, вы, как видели, мы работаем без всяких приспособлений, без палочек, без крюков, без хлыстов, без ничего. В перерыве представления все желающие могли сфотографироваться с гигантскими, добрейшими и умнейшими животными. Дети были в восторге как от слонов, так и от всего представления. Большие хоботами и большими лапами. Были очень красиво, красивые танцы. Все было красиво. Все было красиво, зрелищно и интересно. Премьеры остались довольны зрители, артисты и руководители циркового шоу. Безумно приятный зритель, большое спасибо. Мы ждем еще больше такого зрителя в нашем цирке. Следующее представление шоу «Слонов» с программой «Калейдоскоп фантазий» состоятся в Тверском цирке 4 и 5 мая. Билеты во всех кассах города.